Жители республики должны быть уверены в том, что голосование проходит в соответствии с законодательством, настаивают в Общественной палате Бурятии. И чтобы обеспечить правомерность важнейшего политического события года, начинает работу штаб наблюдателей. Если 18-й год это была деятельность наблюдателей как статичная, то есть побывать на участках, выяснить какие-то причины и как-то разрулить, то нынешний подход, он совершенно иной. То есть наблюдатель – это человек, который должен прежде всего обеспечить реализацию прав любого гражданина и, конечно, обеспечить полностью прохождение процесса голосования. Будущие наблюдатели сейчас перенимают опыт у членов Общественной палаты России. У нас прошли несколько обучающих мероприятий от Общественной палаты Российской Федерации в режиме видеоконференц-связи. А вот в последние два дня буквально, вот, субботу и воскресенье, прошла полномасштабная, я бы так сказал, учеба с участием преподавателей из Москвы, которые провели очень интересный, содержательный процесс обучения и мониторинга. Для урегулирования конфликтов на избирательных участках также будут работать мобильные группы, задействуют в процессе и юристов. Выборы депутатов Государственной Думы России должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Инна Садовникова, Андрей Дармаев, Новости дня.